рыцар Петрусь гербу три яблыки. Іде Петрусь, нескораний герой, світ цілий обійшов, він за добро горой. За ним ідуть його сябри, нема нічого неможливого для них. Все смоки, візьмаки, ховайтеся худше, іде Петрусь. Олень со срібними рогами. Сонная лепшая справа после смачного обеду. Сапраўды, Пончик, але нам треба ехать. Что ты робишь? Хочу имитовать сову. Сову? Наво что? Калі я был малым, так робил один дровосек. Треба скласти долони раковинкой и покинувши шчылинку помеж пальцами дзьмуць, что есть моцы. Який цікавий гук. Ніби шарик здіймається. Добре, добре, смійтеся. Я ще навчуся. Я ж вам казав, удалося. Гэта була сова. Дзіўна. Нічого дзіўнага. Я нам не адказала, зараз я знайду яе. Чакай, звоночек, я с тобой. Я вас чакаю. Не ходите далеко, нам хутка ехать. Я упэўнены, что гук ішоў адтуль. Может, я на нас спалохалася? Я вас напужал. Так, добрый жарт, просто чудовный. Але нам пора. Ходим, Пончик. Не, я вас забираю. Петрусь, ратуй. Тихо там. Отпусти моих сябров, агитный тролль, альбо будешь иметь справу со мной. Хе-хе, малый, не смеши меня. Ратуй, Петрусь. Гэта немажліва. Не-не-не. А, не. 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 Сиди. Ці з вами ўсё ў парадку? Дякуем, Петрусь, каб не ты, мы былі б у бруху троля. Шашлык з пончыка ды званочка, аля троль. На гэты раз давялося цяжка. Каб не з'явіўся алень, я б таксама загінуў. Алень? Які алень? Ён там, стаіць на беразе. О! Здаецца, ён вярнуўся ў лес. Такі прыгожы, з чароўнымі срэбнымі рагамі. Са срэбнымі рагамі? Так, я сам яго бачыў. О! Хвост змяіды чала скарпіёна, зноў нічога! Наш троль усё бы зрабіў, каб не гэты алень. Ну што, мы пазбавіліся ад Петруся. Ну, амаль. Скажи, Юпартикус. Так, у нас бы все вышло, калі б не гэты проклятый олень. Хочете сказать, что звычайный олень наполохал тролля? Это не просто олень, у яго срэбныя рогі. Олень со срэбнымі рагамі. Так, мой пане, вельмі прыгожая шавёліна. Олень со срэбнымі рагамі. Прыгожа глядзеўся б над камінам.
Вы знову не выконали задання. Але вы ведаете мою добрыню. Я дам вам еще один шанец. Зловите этого оленя, тогда я вам дарую. Коли не, вы займете его на место. И что теперь у Партикус? Як нам знайсти гэтага агіднага аленя? Лес вялікий, а мы не паляўнічыя. Хіба ведаю, ёсць толькі адно месца, куды звяры прыходзяць на вадапой. Вадаспад. Там мы можам знайсти аленя. Выдатна, ты геній. Дякуючы табе мы зловім гэтага прыгожага аленя. Не так хутка, Лухта. Не ўсё так проста, як здаецца. Чаму? Поводле легенды, кто зерне на чаровных оленя перетворится у древа. Я не хочу померти от зубов бобра, ти дятловой дюбы. Не бойся, Партикус, у меня есть все, что нам треба. Поверьте, я саправды его бачил. Это немагчимо, Петрусь. Той, кто его убачит, перетворается у древа. Правда? Коли б ты его бачил, был бы теперь драуляным рыцаром. Гэта толькі легенда, а я ўпэўнены, што я яго бачыў. Гэта быў звычайны куст ці пень. Ну так, напрыклад, званочак сёння пераблытаў саву са злым тролем. Але гэта зусім іншая справа. Нейкія гукі з боку дарогі. Цікава, хто там шуміць? Ну дык хадзем, трэба праверыць. Гэта Лухта ды ў Партіку. Яны вельмі спяшаюцца. Нічога добрага, калі яны так спяшаюцца. Трэба паехаць за імі. О, хаваемся. Глядзі, не выпусці яе. Няма сілаў. Дзе твае біцепсы, у Партикус? О, тут будзе добра. Ах, нарэшце, ці не занадта відаць клетку? А ў мяне парашок з хамелеона. Куды яна знікла? Што ты, у Партикус? Клетка не знікла, толькі стала нябачная. І чаму я не ажаніўся з табой? Бо я табе адмовіла. Я забыўся. О, хадзі ў Партикус, цяпер мы надзенем гэтыя шапкі. Яны нам дапамогуць не глядзець у вочы аленю. Мы будзем выглядаць смешна, а? Надзень, ніхто не бачыць. Цяпер нам засталося толькі чакаць, пакуль алень не трапіць у пастку. О, вы их чули? Жах! Лухта и у Партикус хочуть зловить оленя. Я не дозволю, ти я не звоночек. Я так само, ти я не... Выдатно, сябры, провучим их на все життё. Мы да поможем им зловить оленя со срэбными рогами. Что? Спадзяюся, ты жартуешь. Я серьезно. Мы не хочем им допомагать. Не переймайтесь, яны зловять оленя, якого мы зараз сами зробим. И раз. Вышло так себе. Як старая кляча маёй бабулі. Вядома, ён не падобны да сапраўднага аленя, але нічога. Кепска, што няма срэбных рагоў. Спакойна, я ведаю, што рабіць. Пончык, прынясі рондаль, які ты сёння шараваў. О, навошта табе? Скоро пабачыш. Што такое? Не храпі, у Партикус, нас пачуюць. На здоровье, у Партикус. Так, так, дякую, Лухта. Хутка, сябры, хаваймася. Ты чу, у Партикус? Мы яго зловілі, ён у нас. Ты упэўнены, што гэта менавіта ён? Шчыра кажучы, не цалкам. Трэба пераканацца. Можа, я гляну? Толькі асцярожна.
Давай пончик, Рондаль. Який сляплялий блеск, дали бог срамнорогий олень. Видатно, упартикус. Я заслоню клетку плащом тетки Крабос. А теперь шары оленя нам не страшные. Можно снять шапки. Мы зловили оленя. Мы зловили оленя. Принц нас устогородить. Добро, упартикус, треба узять клетку, да и занести ее в замок. Хотел бы я побачить мину принца, коли приедет в Лухтай у партикус. Звоночек, пончик, гляньте. Здається, все скончено. Страшно стать драуляным паяциком. Бывайте, сябры. Не бойтесь, и он ничего не сделает. Ты живы? Так, а как ты? Я голодный, а так нормально. Олег, это... Так, сябры, это усяго легенда. Ах, часом лепш думать, а не повторять выдуманные истории. Правда? Іде Петруш, нескораний герой, ще цілий обійшов, він за добро горой, за ним ми йдуть. Якові я сябри, нема нічого не можливого для них. Всі смоки, візьмаки, ховайтеся худше, іде Петруш.